Погода в этот день в Бузулуке была не самая благоприятная. Сильный снег и порывистый ветер. Видимо, с этим была связана не очень большая явка. Через два часа после открытия избирательных участков проголосовало менее 2%. Ближе к обеду бузулучане проснулись, и на избирательных участках стали образовываться даже небольшие очереди. Наблюдателям было чем заняться, они активно отмечали всех пришедших и зорко следили за ситуацией на участках. Голосование проходит спокойно, люди идут активно, ну и нарушений никаких нет. К слову, наблюдатели были не от всех кандидатов. 100% участков закрыли только Рогожкин и Саблин. Эти двое вели серьезную борьбу за место главы города. Один, если верить баннерам, проверен временем, второй – за положительные перемены. Саблина поддерживали три оппозиционные партии, потому ход выборов контролировал серьезный десант из Оренбурга во главе с депутатами законодательного собрания. От них и поступила первая жалоба. Член комиссии с правом совещательного голоса, который явился в участковую избирательную комиссию только сегодня утром, потребовал пересчета бюллетеней. Данная процедура выполняется до дня голосования, то есть накануне. А вчера накануне этого члена комиссии с правом совещательного голоса не было в городе Бузулуке. Замечания были. Где-то не понравились избирательные участки, неудобно стояла урна, где-то были вопросы к агитационным материалам. Объехав все места для голосования, депутаты заявили, нарушения есть, но все они без злого умысла, чисто технического характера. Есть образцы для бюллетеней для голосования. Ну уж так совпало, что именно по номеру там, где один из кандидатов, значит, основной конкурент, да, проставлена галочка там голосовать. Тоже убрали, сменили. Надо сказать, что мы ожидали худшего. Мы ожидали более, так сказать, такого определенного противостояния. Противостояния я пока не вижу никакого. Такие тихие выборы случаются нечасто. Даже в сельских территориях не обходится без разоблачений и нарушений. А тут борьба за место главы города и без скандала. Удивительно и поучительно. Юрий Мишенин, Виктор Гашенев. Наше время. Бузулук.